Могила – древний курган, возвышающийся над степной равниной. Название происходит откуда-то из глубины веков. В нем слышится голос придонских степей. Степь, стада, кочевники. Времена давние, легендарные. Был, говорят, богатырь по имени Саур, похороненный на вершине кургана. Много здесь всего было, слишком много. В июле-августе 43-го года за высоту Саур-могила, занимаемую армией вермахта, шли ожесточенные бои, в результате которых утром 31 августа 43-го года высота была взята советскими войсками 5-й ударной армии Южного фронта при огромных потерях личного состава более 23 тысяч бойцов. В 1967 году на Саур-могиле торжественно открыли мемориальный комплекс «Обелиск» высотой 36 метров, хорошо видный издали. Он стал символом Донбасса. И вот история повторилась. В июне-июле 2014 года господствующая над местностью высота стала одним из эпицентров военного противостояния Донецкой Народной Республики. Какие страшные бои здесь были. Ополченцы держали высоту изо всех сил. Их бомбили, выжигали фосфором. Тяжелая артиллерия сметала их с лица земли. Но они выстояли. Здесь лежат новые герои, молодые. У них остались семьи. Родные их будут помнить всегда. И мы их будем помнить всегда. Мы будем помнить подвиг погибших героев. Вечная слава погибшим. Низкий поклон живым. На сегодняшнем митинге присутствует непосредственный участник тех страшных событий кровавого лета 2014 года, которому чудом удалось выжить в этом аду. Дадим ему слово. Здравствуйте. Зовут меня Морозов Евгений Александрович. Сам я уроженец города Тореза. Попал на Саур-могилу 26 июня, как раз окончанием перемирия. Накрыли нас так, что страшно сказать, это вообще ничего сказать нельзя. С окопов не вылазили вообще. Ели в окопах, в туалет ходили в окопах. Было очень страшно. И что там говорят, что мы там слишком смелые. Выбора у нас не было. Потому что я знал, что в городе Торезе сидит мой маленький сын, которому 3 годика, и беременная жена. И что их, мне уже сказали тогда, с укропи позвонили, что их повесят на заборе, как только зайдут. И выбора у меня не оставалось никакого. Высоту хлопцы держали из Макеевки, из Донецка.
Донецка, из Харькова. Вот с Харькова у меня командир, Урал позывной. Лежит он здесь, на Саур-могиле. Блажко Иван Васильевич. Это мой командир, который стоял на высоте до самого последнего, пока не умер. А пацанов отправил обратно, которых мы выводили с окружения. Было очень страшно. Я даже передать не могу, как страшно было. Но мы выжили. Выжили, потому что сколько раз и Господа Бога просили, и просили дедов помочь. Наших дедов, которые здесь погибали, дедов, прадедов, которые эту высоту брали, потом держали и так далее и тому подобное. Мы просто-напросто держали ее и просили у них помощи. Погибло 9 человек, моих ребят, которых я помню. Двоих мы успели вытащить, вернее то, что от них осталось. А остальные 7 человек лежат здесь. И пускай они покоятся с миром. И мы будем помнить, и молодежь наша должна помнить, которая забыла все это, которая на таком... можно сказать, кладбище, устроили кафе. Пускай это кафе помогло нам, но кафе не должно быть здесь. Здесь должен быть памятник. Памятник нашим дедам, прадедам. Памятник погибшим ополченцам. Мы должны помнить. Потому что за то, что мы не помнили, мы сегодня поплатились. Поплатились ценой человеческой жизни. Вот и все. И мы должны гордиться, что у нас есть такой комплекс. Потому что выманивая укропов, бить по нам, как сказал наш командир, меньше попадет по мирному населению. Потому что солдат должен воевать с солдатом, а не с мирным населением. Если солдат воюет с мирным населением, это не солдат, это сопля. Потому что взять они нас не могли. А у нас были только зенитки и противотанковое ружье. Больше у нас ничего не было, чтобы сражаться с этими уродами. И то они боялись нас взять. Спасибо за внимание. Творчество и уважают за активную гражданскую позицию. У нас в гостях известный русский писатель Александр Андреевич Проханов. Вам слово, уважаемый Александр Андреевич. Когда я впервые увидел Саур-могилу, я подумал, что это гигантский волнорез, который здесь встал на пути чудовищного шторма, чудовищной черной бури, которая двигалась на Россию. И эта черная буря, которая воскресла на баррикадах Майдана, она двигалась на Москву, на Ленинград, на Сталинград. И на пути этой бури, этому мерзкому, страшному фашистскому половодью встал этот волнорез. И эта сила разбилась о него, раскололась, отхлынула. И в этом смысле битва на Саур-могиле – это битва за Москву, за Сталинград, это продолжение Курской дуги, это битва за Россию. И герои, почившие здесь, они ничем не отличаются от 28 гвардейцев-панфиловцев, от Гастелло и Карбышева, от Зои Космодемьянской и молодой гвардии. Я шел с подножия туда наверх, мимо этих монументов, и видел танкистов, изваянных в бетоне и стали, с выбитыми глазами, оторванными ушами, пробитой грудью, летчиков и пехотинцев, в которых вонзались снаряды, мины из установок залпового огня. И я вдруг понял, что здесь укры, фашисты, хотели отнять у нас победу. Это был реванш. Они убивали отлитых в стали и в бетоне победителей 45-го года. Они хотели их убить второй раз. Они хотели их уничтожить и снести их с лица земли. И они воевали не только с ополченцами, которые заняли оборону на вершине горы. Они воевали с этими монументами, с этими памятниками великого народа. И им не удалось победить их. Ополченцы и эти изваяния со своими самолетами, танками, каменными, бетонными автоматами отбили эти жуткие атаки. В 45-м году, после победы, сложился великий советский народ-победитель. До войны мы еще были разрозненным народом. Нас еще бушевали страсти гражданской войны. У нас были мученики и мучители. У нас были раскулаченные крестьяне и те, кто их раскулачивал. У нас был генералиссимус Сталин и те, кто его ненавидел. Но после 45-го года мы сложились в народ-великан. Это был грандиозный народ-великан, который жив по сей день, которому не удалось уничтожить и после этой варварской контрреволюции 91-го года. И здесь, в Донбассе, мои замечания, они связаны с тем, что я вижу, как здесь, на Донбассе, складывается великий народ. Этот народ поднялся
во время, сразу после Майдана и провозгласил свою независимость на референдуме и был объединен этим пылким восстанием против насилия. Этот народ сложился тогда, когда на его голову упала страшная беда и напасть. Эти бомбы, снаряды, эти оторванные детские ручки, эти гробы, эти непрерывные потоки мучений, пожаров и бомбардировок. Этот народ сложился в единство, когда дал отпор этому страшному нашествию, когда он встал на баррикады, встал на блокпостах, когда вышли из подземелья шахтеры, когда парикмахеры и модельеры пришли с автоматами защищать свою родину, свой Донбасс. И еще этот народ сложился благодаря тому, что в этом народе были герои и мученики. Народ, который имеет героев и мучеников, и имеет полководцев, которые одерживают победы, это народ непобедим, это народ-победитель. Моя книга, которую я написал и привез сюда, чтобы показать ее вам, «Убийство городов», это мое желание спасти от забвения вот эти годы, этих людей, эти лица, тех, кого я любил, кого обнимал и кого уже не найду среди вас. Поэтому сочтите мой скромный писательский труд, сочтите его вкладом в вашу вооруженную борьбу, ваш стоицизм и вашу неизбежную победу. Для вас. Донбасс навек свободен.
вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.